Добрый день, фонд «Русская береза». Мы находимся на территории Крутицкого подворья. Крутицкое подворье находится на берегу реки Москвы-реки. Рядом по соседству Новоспасский монастырь. Раньше Крутицкое подворье называлось подворьем Сараевским и Крутицким, то есть это было местом, куда приезжал сараевский митрополит, живший, митрополит Русской Православной Церкви, живший в Сарае, Сарае, столице Золотой Орды. Периодически он сюда приезжал. Теперь просто Крутицкое подворье, а это Успенский собор Крутицкого подворья. Очень интересное место. Атмосфера сохранена старой Москвы. Брусчатка. Говорят, в Москве брусчатка только в двух местах, на Красной площади и у зоопарка. На самом деле вот здесь еще, на Крутицком подворье. А в храме также можно взять и нашу газету «Русская береза». Мы ее сегодня привезли сюда. Так что приходите, берите. Газета находится рядом со свечным ящиком на полке для записок.